Путін почав носити бронежилет на публічних заходах. От спершу про це написала The Moscow Times, посилалась на двох російських чиновників, а при цьому додавали, що почалося це все у 2023-му і триває досі. Але у Головному управлінні розвідки Міноборони України наголошують, що Путін або ж його двійники почали носити бронежилет раніше на публічних урочистостях. Це почалося ще 5 років тому. Ну от, по-перше, як ви, пане Михайле, ставитесь до таких повідомлень? Чи мали ви власні спостереження щодо цього? Чи, можливо, звернули на щось увагу вже зараз? Ну і, по-друге, на вашу думку, чи варто все це сприймати як посилення такої традиційної путінської параної, або ж Путін перебуває дійсно зараз у такому становищі, що йому реально будь-якої миті може знадобитись бронежилет? Ну, начну с конца, да, конечно, он ему очень даже может понадобиться, особенно сейчас. Вот начиная с текста этого самого из Moscow Times, он в частности основывается на мнении некоего британского эксперта по бронежилетам, который заметил, что 9 мая на параде Победы в России Путин был в бронежилете. По косвенным признакам он это увидел. Он сказал, что когда человек носит бронежилет, то вот он вот так-то движется, вот такие-то складки на одежде там возникают и так далее. Он пишет, вот смотрите, это точно бронежилет 9 мая. А что такое 9 мая? Почему 9 мая уже точно нужен бронежилет? Потому что 12-го был уволен Шойгу, потому что после этого разгоны и аресты массовые в Министерстве обороны. Угу. Представьте себе, Путин принимает парад людей, которые садятся в тюрьму один за другим. Тимур Иванов был посажен прямо, по-моему, то ли перед этим, то ли в этот день, замминистра обороны. Угу. И следующие аресты, начальник кадров, генералы там всяких армий и так далее, все арестовываются подряд. Понятно, что он боится свою армию. Прежде всего, он боится сейчас армию, ну и в какой-то степени спецслужб. То есть не каких-то врагов, не демократов и не оппозиционеров он боится. Вот, поэтому основания, это первое, у него есть. Второе, я, не будучи сам, естественно, экспертом по бронежилетам, я сам этого заметить не мог, но мне вот эти слова Moscow Times и гораздо важнее даже вот этого британского эксперта, они мне поясняют то, что я не мог раньше понять, почему в некоторых сценах выступления Путина у него, очевидно, тело движется неестественным абсолютно образом. Вот было мероприятие по итогам визита в Ташкент, это было буквально неделю назад, и тогда Путин, я тогда назвал это так, у него правая рука не знает, что делает левая, в буквальном смысле, то есть человек абсолютно действовал как рассинхронизованное такое существо. А ведь это был самый напряженный момент. То есть он бежал в Ташкент, чтобы за это время там в Москве произвели еще какие-то аресты, допросы и так далее. Поэтому вот логично, что в этой ситуации человек вышел в бронежилете. Нам это на пользу? Да, нам это на пользу. Нам в любом случае на пользу все, что является факторами нестабильности в России. Бронежилет на президенте России является фактором нестабильности. Это хорошо, потому что это, кстати, видят военные и видят спецслужбисты. Але ж, до речі, якщо бронежилет його і може врятувати від кулі, то от від прильоту ракети навряд чи. Як ви гадаєте, чи все-таки можуть розроблятися якісь плани і в Головному управлінні розвідки, і в Службі безпеки України з приводу саме такої ліквідації бункерного? Ну, понятно, що бронежилет, він в будь-якому випадку захистить тільки от в таких ситуаціях, як когда-то були з, ну там, не знаю, президент Анвар Садат в Єгипті, або, скажімо, Індіра Ганді. По-моему, даже Раджив Ганди, по-моему, если не ошибаюсь. Люди, которых именно расстреливала собственная охрана из автомата. Там, может быть, бронежилет поможет. Но, естественно, никакие взрывы там и так далее. Но я, честно говоря, скорее склонен считать, что конец Путина будет несколько другим, что когда появятся некие заговорщики, они рано или поздно в такой системе просто обязаны появиться. Просто вот обязаны по такой логике развития таковых систем. Но это не будет публичная казнь, не публичное там убийство на Красной площади. Это будет такое, что, ну, грубо говоря, человек исчез. А потом его нашли на дне Москва-реки, но, скорее всего, не нашли, потому что он замурован. Вот. Ну, так обычно. Короче, человек умирает при каких-то загадочных обстоятельствах, будучи каким-то образом там арестован и так далее. Ну, как Горбачева пытались, как вы помните, устранить. Арестован на Форосе, мог ведь и умереть там. Никто бы не вспомнил, как звали. Как умер Собчак, которого убил Путин. Вдруг в бане угорел Собчак ни с того ни с сего. И как умирали многие, кстати, вот российские топ-менеджеры. Никого же из них прилюдно не убивали. Они все вдруг там почему-то, не знаю, решали повеситься. Я думаю, что что-то такое ждет Путина скорее.
Ну і не єдиною такою інтригою з Москви радують нас, чи знову ж таки десь збуджують емоційно самі росіяни. Я маю на увазі ще одну цікаву подію, яка відбувалась там дуже поруч із місцем, де проводиться щороку, поки що проводиться цей так званий парад Побєди, біля будівлі Міністерства оборони Росії. Дружини російських мобілізованих вийшли на, мабуть, перший в історії бунт на коленях. От саме в такій позі вони зверталися до російської влади, зокрема до нового міністра оборони, і вимагали вернуть мужей домой. У зв'язку з цією ситуацією, ну, в принципі, виникає багато запитань в нормальної людини, але, ну, для початку, давайте серйозне запитання. Яке загалом значення, на вашу думку, може мати от подібна активність? Ну, ви знаєте, ви дуже точно назвали це бунт на коленях, тому що вспоминаються слова Долореси Барури, звісної іспанської оппозиционерки режима Франко, которая говорила, лучше жить стоя, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. А, к сожалению, вот эти женщины из движения «Путь домой», они пытаются, как всегда, усидеть на двух стульях. Они пытаются жить на коленях, понимаете? То есть там либо ты умираешь стоя, либо живешь на коленях. Вот, а они пытаются все это совместить. То есть это как бы вроде бунт, но в то же время в чем бунт? Они на коленях просят Белоусова провести ротацию на фронте. На коленях просят Белоусова об этом. Ну и Путина, само собой. Путина давно просили. Но это как бы просто верх глупости. Вот верх идиотизма обращаться к такими просьбами к людям, которые, собственно, и убивают их мужей, братьев, детей. Которые осознанно совершенно это делают. Почему они должны вдруг передумать из-за того, что их кто-то просит? Тут совершенно никакого объяснения нет. Они же пытаются найти логичные там причины. Посмотрите, несправедливо, наши мужья, в смысле, кого это интересует? Путина? Почему? Белоусова? Почему? Его цель, собственно, отправлять людей на фронт, чтобы они там гибли. Вот. Поэтому это будет в таком виде ничем не закончится. Вопрос, смогут ли эти женщины подумать по-другому. Да? Вот смотрите, уже тоже маленький шаг на этой неделе, ровно почти неделю назад, сделан российским руководством. Они объявили иностранным агентам основательницу этого движения «Путь домой». Угу. Не помню, как ее зовут. Она такая же, с такими же бунтами. В смысле, тоже просить Путина о чем? Все то же самое. Но ее объявили иностранным агентом. То есть даже ее как-то боятся, пытаются преследовать. Сейчас они объявят вот еще 10 человек. И вот тогда, возможно, за счет этих репрессий из искры разгорится пламя. Но это как если бы Николай II не повесил брата Ленина, может, Ленин бы революцию не сделал. Ну, от ми вже заговорили, що звертались вони в такій позі на колінах, зокрема до нового міністра оборони Росії, і звертались вони до нього, начебто до якогось божества. Хоча в нього і насправді зараз дуже такий непоганий піар в Росії, його виставляють молодим православним технократом, ну такий собі антипод Шойгу, який, начебто, асоціювався з тотальною корупцією, дідівщиною і також спіритичними ваннами в крові оленів. Тепер же Шойгу ми знаємо, що відправили в Совбез замість Патрушева. Патрушев донедавна друга історія в Росії, тепер десь на задвірках адміністрації президента. Пане Михайле, от як після таких перестановок змінився реальний розклад в російській владі? І чи не готують, бува, Білоусова, ну, в преемники, можливо, Путіна? Ну нет, во-первых, конечно, я так буду очень осторожен, потому что я не самый главный специалист, вообще не специалист по, вот, знаете, внутрикремлевским именно интрижным делам, да, что типа вот такая группа перевесила, Чемезова, Патрушева, это надо у кого-то другого спрашивать. Но я как общий политтехнолог общего плана могу на все это посмотреть с общей такой стороны, да, человеческой. И что мы наблюдаем? Значит, первое, вчера вечером, Путин вдруг, неожиданно, назначает Шойгу куратором оборонно-промышленного комплекса. То есть Шойгу был уволен с поста министра обороны, потому что воровал. Потому что разворовал армию и оборонно-промышленный комплекс. Угу. А Белоусов был назначен, чтобы восстановить оборонно-промышленный комплекс после воровства Шойгу. А теперь Шойгу поручили курировать Белоусова. Понимаете? Курировать оборонно-промышленный комплекс. И кто кому после этого начальник? Отдельно. Сам Белоусов, как выяснилось, ну, уже спокойно выяснилось, такой же вор, потому что он, ну, вот вся эта его взломанная почта показала, как он даже продавал свои квартиры Форта Дель Марми агентам Моссад. То есть, прямо скажем, из того же теста сделанный человек, что и Шойгу, просто у него доступа не было к миллиардам, сотням миллиардов. У него бюджеты были маленькие, поэтому воровал мало, миллионами. Были бы миллиарды, воровал бы миллиарды. Тоже факт. По поводу того, куда его возвысят или не возвысят, Белоусова, нет, я не верю совершенно ни в какое там наследство, потому что кто он такой,
чтобы его ставить наследником. Но мне кажется, ему предоставлена такая возможность. Вот я представляю себе его разговор с Путиным. И Путин ему говорит, значит, Белоусов, вот возьми и встрой вот всю эту войну, всю нашу экономику в войну. Сделай всю нашу экономику военной. На что Белоусов говорит, ну для этого мне надо быть премьер-министром. Чтобы встроить экономику в войну, нужно быть премьер-министром, а не министром обороны. Путин говорит, пока не доверю тебе. Пока побудь министром обороны. Сможешь, станешь премьером. Поэтому я думаю, что путь Белоусова, если у него получится то, что задумал Путин, то, что Путин ему поручил, это путь в премьеры. Но у него не получится. Пане Михайле, ну и окрім того, що відбувається за перебриком, можливо, навіть більш важливі речі, більш зараз важлива комунікація відбувається між Києвом і Вашингтоном. Тут Байден, президент Сполучених Штатів, заявив, що майбутнє вільної України можливе і поза НАТО. Це точно йде в дисонанс з тією риторикою, яка лунала з вуст держсекретаря Блінкена в Києві під час його візиту. І також в розмові, ну, моїй особисто з послом США в Україні Бріджит Брінк на початку травня також ну, аж струїлося оце от НАТО. Вони дуже багато говорили про важливість членства України і про його неминучість також навіть говорили. Ну, принаймні, натякали. І тут Байден, відповідаючи на запитання аж цілого журналу The Time про те, яким він бачить мир в Україні після завершення війни, говорить в зовсім протилежному, ну, як на мене, протилежному ключі. Таке ж не може бути випадковістю, правда? У Вашингтоні дійсно щось змінилось, на вашу думку? Якщо так, то чому? Значит, во-первых, прежде всего он противоречит даже не тем, кого вы уже перечислили, он противоречит самому себе. Байден лично 13 июля 2023 года, находясь в городе Хельсинки, сообщил, что Украина точно будет в НАТО, что это не вопрос того, будет она или нет, а вопрос только, когда Украина будет в НАТО. При этом пояснив, правда, что во время войны никто Украину в НАТО не возьмет. Вот это была его точная позиция меньше года назад. А нынешняя позиция, ну, мягко говоря, противоположная насчет того, что в НАТО брать никто не будет, и натовизацию Украины Байден проводить не будет. Что изменилось или не изменилось? Я не думаю, что это вообще изменение какой-то, как вам сказать, политической линии. Объясню, почему. Потому что ее нет по поводу приема Украины в НАТО или не приема. Никто ее не формировал, давайте будем откровенны. Угу. Она сформировали пока, в настоящий момент, в НАТО сформулировано следующим образом. Ну и в Америке в том числе. Мы во время войны Украину в НАТО не возьмем и не позовем. Точка. Вот ничто дальше нигде не написано никем. Никакой стратегии дальше на эту тему просто не существует. И вот сидит президент Байден, и он понимает, что у него через сколько там месяцев выборы? Через 5. Ровно через 5 месяцев, прямо в день, да, 5 ноября, у него будут выборы. Ему надо сейчас, учитывая, что это все вообще сейчас не имеет никакого практического смысла, ему надо сейчас разворачивать дискуссию о приеме Украины в НАТО. Вот просто мне кажется, что электорально это вообще ему ни зачем не нужно. Ни с какой целью. Он же обращается не к вам, не ко мне, он обращается к своим собственным избирателям. Почему? Вот в прошлом году он обращался ко мне и к вам. А в этом году его интересует только избиратель, потому что он стал кандидатом, понимаете, кандидатом. Вот. Значит, они посчитали, посмотрев на свою социологию, что кандидатам, ну, в смысле, что избирателям это не сильно нравится, история там какую-то Украину, какую-то НАТО, зачем нам все это надо. Поэтому сейчас так. Но, вот давайте, на реальность это не отражается никак, потому что, подчеркиваю, нас бы не взяли в любом случае во время войны, не пригласили бы во время войны, это консенсус между странами НАТО. А после войны разговор у нас будет в любом случае с ними, со всеми. Только разговор будет с другими людьми, это не будет с Байденом. Потому что когда закончится война, и мы будем готовы к вступлению в НАТО, пройдет больше 4 лет. То есть Байден уже даже второй срок закончит. Вот и все, другие люди нас будут в НАТО принимать. А виборцям Байдена не подобається і те, що зараз все більше починають говорити про майбутній мир, тому що Байден все-таки не їде на цей саміт, який відбудеться у Швейцарії. Натомість відправляє віцепрезидентку Харріс, і також Джейка Салівана, до речі, що, мабуть, важливо. А про що це свідчить, що саме ці персони будуть представляти Вашингтон? Мені кажется, вот смотрите, про то, що, ну, не можу сказати, чому там іменно ці були свободні, значить. Главное тут другое, що Байден не їде, це важливо. Хто там лично в этот момент едет, но понятно было, что меньше, чем на Камилу Харрис, несерьезно, да, понятно, что должна была быть Камила Харрис.
Смотрите, даже на форум безопасности в Мюнхене, Мюнхенскую конференцию по безопасности, который главное событие по безопасности в мире, приезжала тоже Камила Харрис, а не Байден. Вот. Но почему Байден не едет именно на наш форум? Потому что, не потому что его избиратели не хотят мира, а потому что он не верит, что эта конференция принесет мир. Mm-hmm. Так я тоже не верю, что эта конференция принесет мир. А ему нужно будет результаты показывать. Он должен будет отчитаться перед зрителями, что смотрите, да, я вот сделал так, так и так, и получил мир. Но он же не получится 5 месяцев. И я думаю, не получит. Поэтому он правильно, с электоральной точки зрения, он правильно не едет. Правильно не едет. Цікаве формулювання. Будемо над ним думати. Пане Михайло, дякую вам за те, що долучились до прямого ефіру на 24-му. Ми з вами неоднократно говорили о красной лінії, о том, що нельзя бить по території Російської Федерації, тому що тоді Сармат буде летіти і в Лондон, і в Берлін, і в інші міста європейських стран. Вот сейчас много наших партнеров дали зеленый свет на то, чтобы ликвидировать установки С-300, С-400 на территории Российской Федерации. Как следствие, последние 3-4 дня уже ракеты С-300, которые предназначены для того, чтобы просто все сносить в Харькове, не стреляют. И вот, казалось бы, красная линия перейдена, а вот Кремль молчит. Как это объяснить? Ну, вы это прекрасно объяснили уже, все, что никакой красной линии больше нету, и в общем, ее и не было на самом деле, этой красной линии. Она была в головах в Кремле и в головах не россиян, она была в головах американцев, которые сами себе очень сильно боялись. Они просто очень сильно боялись, что ядерное оружие какое-то там российское, то есть их россияне напугали. Кто-то посчитал, что за 2.5 года начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины с российской стороны угроз ядерных прозвучало 80 или 90 раз. Вот, то есть практически там, я не знаю, там каждые 3 дня или каждые 4 дня они грозят ядерным оружием. Вот, и, в общем, это в начале войны действовало, реально действовало. Вот я помню, как были первые разговоры, когда я сам там 24 февраля 22 года в нескольких студиях французских каналов говорил такую вероятность, что Путин, в общем, грозит или даже планирует использование тактического ядерного оружия в Украине. Я помню, что это производило шок абсолютный. Люди говорили, что нельзя этого говорить, это даже вслух нельзя проговаривать, не то что там использовать. Вот, теперь к этому делу все привыкли, с одной стороны, с другой стороны, наверняка военные эксперты объяснили политикам, что за этим стоит, и, в общем, все это, никакой красной линии нету. Сергей, Moscow Times, ресурс, который позиционирует себя как оппозиционный, рассказывает, что с недавнего времени Путин начал носить бронежилет. Насколько вы считаете, это есть правда? Насколько реально он начал недавно носить? И эти меры предосторожности указывают на какие-то большие переживания Путина о своей жизни? Мы и так с вами проговаривали, что Путин человек трусливый, он очень боится за свою жизнь. Именно поэтому он может не использовать ядерное оружие, потому что будет ответка, а он, как никто другой, боится умереть. Так вот, реально ли то, что он носит бронежилет? И может ли это указывать на то, что какие-то спецслужбы, может даже и Главное управление разведки, начали серьезно за ним следовать и пытаться ликвидировать. Нет, у меня такое впечатление было после прочтения этого материала, что просто Moscow Times себе сделала некоторую рекламу в средствах массовой информации. Она, кстати, сработала, потому что вот во Франции мы вчера это на моем канале французском обсуждали телевизионном. Вот, мне кажется, что вот кадры, которые вы показываете, это 9 мая, там просто было очень холодно, там было 0 градусов, там шел снег во время этого парада. И ему просто поддели там какой-нибудь, там, я не знаю, там свитер какой-нибудь, я не знаю, типа жилета такого просто теплого, чтобы он не подхватил пневмонию во время сидения часового или там несколько минут, надо было ему посидеть и проговорить речь какую-то. Вот. То, что он, безусловно, носит, конечно, специальную одежду, потому что у такого уровня людей сама одежда является бронежилетом, потому что вот она кажется, что это обыкновенная ткань, кажется, что это
обыкновенный костюм, как у всех остальных. На самом деле это костюм и пальто, которые сделаны из кевлара, даже рубашка у него сделана из кевлара. То есть это специальная ткань, которая уже обладает свойствами практически легкого бронежилета. Вот. Вполне вероятно, что ему чего-то там поддевают. Но вы знаете, с другой стороны, в общем, если снайпер стреляет, то он стреляет обычно не в тело, а в голову, а на голове у него никакого бронежилета нет. Так что, в общем, это для меня это разговор не профессионалов, это разговор, так сказать, не по делу, потому что если бы ему надо было бояться, так сказать, ударов снайперов, тогда просто не надо появляться на публике. Или на публику надо выставлять двойника вместо себя. Вот. Кстати, вот этот вариант вполне себе работающий, вот, особенно там, где не надо ничего говорить, где надо просто пройти, положить цветочки, как это он делает, например, на Пискаревском кладбище, я убежден, что туда посылается технический двойник. Вот. А дальше, в общем, конечно, он боится за свою жизнь, у него огромный аппарат, Федеральная служба охраны – это 40 тысяч человек, служба охраны президента – это 5 тысяч человек, его охраняет огромное количество людей. Вот. Он своих людей боится, и поэтому он их продвигает, чтобы все остальные ему служили верой и правдой. И поэтому мы знаем, что там чуть не 10 охранников бывших Путина были продвинуты в политику, и вот последний, самый яркий – это Дюмин, которого сделали помощником президента и даже секретарем Госсовета. Вот, кстати, да, хотел бы тоже о Дюмине поговорить, но в первую очередь, ну, давайте о Дюмине. Насколько это серьезное изменение Госсовета, секретарь, и насколько вот Дюмин раньше, насколько я знаю, ему говорили, что у него светлое, серьезное политическое будущее. Потом он стал в Тульской области губернатором, сейчас вернулся. Насколько можно это считать, Сергей, сменой элит? Потому что вот Патрушева, со дня, когда он стал заниматься строением кораблей, его нету, он пропал. Нет, ну Патрушев не пропал, Патрушев пропал из Кремля, его нет в Кремле. Но он участвовал, например, по удаленке в последних двух заседаниях Совета Безопасности 31 мая и 3 июня. Вот. Что, в принципе, довольно логично, потому что это он там участвовал, ну, они там пишут, советник президента Российской Федерации. Это неправильное название его должности. Он помощник президента Российской Федерации по судостроению. И что он делает на Совете Безопасности, строго говоря, не очень понятно. Вот. Но вообще-то это понятно, потому что до этого он в Совете Безопасности работал 18 лет. Там все его люди, это единственный человек, который еще до сих пор умеет организовывать эти заседания, потому что Шойгу этим заниматься не умеет. Вот. Но Патрушев пока что сидит на этих заседаниях, чтобы обеспечить просто преемственность тех решений, которые были до этого. То есть, грубо говоря, там 2-3 месяца он будет принимать участие в заседаниях Совбеза, передавая дела постепенно Шойгу. Но 31 мая произошло замечательное событие, а именно прямо вот накануне этого заседания за несколько минут или за несколько часов Путин подписал указ о снятии Михаила Попова, вице-адмирала, с поста заместителя секретаря Совета Безопасности. А это человек, который с Патрушевым там сидел 12 лет вместе, это практически его правая рука. То есть, в общем, там действительно идет, так сказать, движение элит, и мы ощущаем самое главное вот что, посмотрите, Шойгу старого и Патрушева старого убрали из самых главных руководящих должностей, на которых они сидели. Их не отставили совсем, потому что таких людей не убирают сразу из власти, вот, но их отставили от активной деятельности. Патрушева пересадили в кресло помощника, для него это понижение, потому что Совет Безопасности, безусловно, был самостоятельным органом при президенте, у которого был большой аппарат, а у помощника нет никакого аппарата, он сам по себе частичка аппарата администрации президента. Поэтому для Патрушева это, безусловно, понижение. Для Шойгу это формально повышение, потому что он был только одним из членов Совета Безопасности, а теперь он секретарь Совета Безопасности, который координирует работу со всеми силовыми министерствами и с ключевыми институтами государственной власти. Вот. Но он, понятно, что он не умеет этого делать, это аппаратная работа, он ей не умеет заниматься. Про него, вот как раз про Шойгу в качестве секретаря Совета Безопасности
практически ничего не слышно. Ну, видно, что он принимает участие в этих заседаниях. Ни одного физического заседания Совета Безопасности пока что не было. Были все только по удаленке. Вот два заседания 31 мая и 3 июня. Вот. Так что, в общем, движение какое-то элит есть. И мы видим, что сыновья путинских друзей, того же самого Патрушева, значит, сына подняли до уровня вице-премьера, подняли, но опустили одновременно Белоусова, который был первым вице-премьером, а его поставили вместо Шойгу министром обороны. Вот. Ну и подняли Бориса Ковальчука, его сделали председателем счетной палаты, вот. И подняли Дюмина, которого сделали помощником, а потом и секретарем Госсовета, такого же органа, в общем, довольно пустого. Госсовет — это орган, который дублирует практически Совет Безопасности. У него немножко другие функции, потому что есть Совет Безопасности — это орган, который координирует силовые ведомства и вырабатывает стратегию безопасности Российской Федерации, то Госсовет — это орган консультативный при президенте, который вырабатывает стратегию общей государственной политики. То есть, по идее, он должен быть выше, чем Совет Безопасности. Вот. И ощущение есть такое, что Путин решил выхолостить Совет Безопасности и немножко наполнить Госсовет. Но ни тот, ни другой орган на самом деле никакими решающими решениями, решающими документами не занимается. Он занимается это. И тот, и другой орган на самом деле это консультации у президента и советы, как ему действовать. Все равно эти органы не принимают обязывающие кого-то документы. Обязывающие документы принимают органы государственной власти, а именно правительство, либо Государственная Дума, либо Совет Федерации, либо президент. Вот. Эти органы при президенте все равно, то есть они все равно не являются решательными органами, они консультативные органы. Да, Сергей, как вы считаете, вот эти перетрубации, перестановки, смены, ротации от Путина, чем они спровоцированы? Это подготовка России к долгосрочной войне, это прибрать с должностей людей, которые засиделись и имеют влияние, и он боится, что больше и больше будут влиять. Почему именно сейчас и почему именно вот такие ротации в первую очередь? Ну, во-первых, это было чисто формально, потому что Путин, на самом деле, того Путина, которого мы сейчас видим, он формально считается молодым политиком, который пошел на свой первый срок, потому что он обнулил себе все предыдущие сроки, и у него он сейчас сидит первый раз в кресле президента. Вот будете смеяться. Да, человек, который 25 лет у власти на посту президента, вот формально считается по Конституции, что у него сейчас начался первый срок президентства. И поэтому, когда 7 мая он вступил в свою должность, он должен был сформировать новое свое правительство, то есть правительство, которое должно с ним идти там, ну, по крайней мере, год 2-3, в лучшем случае даже 6 лет, которые ему предстоит править. Поэтому ему надо было отметить, что произошло новое переназначение, и, значит, нужно было все-таки сделать какие-то ротации. С другой стороны, если вы обратили внимание, то никаких новых людей в этой колонии не появилось. Вот даже тот же самый Дюмин, про которого мы с вами поговорили немножко, это все равно человек, который уже давно был в колонии, он был губернатором Тульской области, его просто подняли на другой уровень. Кого-то подняли, кого-то опустили, но это все равно перетасовка. Никаких новых фигур не появилось. То есть это просто перетасовка такая визуальная для того, чтобы показать, что Путин пошел на свой новый срок. Это первое. Второе, он все-таки ощущает, что есть какая-то усталость от его пребывания у власти, и поэтому ему понадобилось немножко оживить эту систему внутреннюю. Она все равно мертворожденная, потому что там нет новой крови, притока новой крови, потому что все люди, которые с новыми идеями, с новыми инициативами, их эта власть не поднимает. Социальные лифты в Российской Федерации не работают давным-давно. Вот. И было ощущение, что элиты средней руки стали роптать за это на Путина, и ему потихонечку приходится отодвигать старых пердунов вроде самого себя, вроде Патрушева, вроде Шойгу, потому что просто они всем надоели, они всем мешают, они... Государственная власть, которая не обновляется, это называется
называется «Брежневский застой». Вот Брежневский Советский Союз потому и в конце концов и умер, что там не было ротации кадров, это, что там не было свежей крови, и что не функционировал этот организм, и таким образом происходил застой. Вот частично они это дело понимают, но все равно, видите, хоть они там подняли нескольких молодых, но все равно это перетасовка одной и той же колоды карт. Вот. И плюс, как вы правильно говорили, есть еще борьба элит внутри, то есть кто-то становится слабее, кто-то сильнее, и здесь мы наблюдаем изменения. Клан Чемизова поднялся, клан Патрушева и Громова и Сечина опустился немножко, то есть, грубо говоря, те люди, которые выступали за войну без конца и без края, их немножко отодвинули и чуть-чуть приподняли людей, которые говорили о том, что надо все-таки заниматься немножко еще и страной, и сельской, и, значит, промышленностью, и экономикой там, и так далее. То есть вот ощущение такое было, что сейчас победил рациональный клан ястребов вместо отмороженного клана ястребов. И вот то, что Белоусова поставили на Министерство обороны, и там сейчас идут перетурбации, это дезорганизует на самом деле Министерство обороны и даже Генеральный штаб, потому что заместителя Герасимова тоже там вроде либо отставили, либо даже посадили. Вот. И это хорошая новость для Украины, потому что, судя по всему, все-таки где-то существует мнение о том, что эта бесконечная война убьет Россию. Кстати, вы вспомнили о Белоусове. Хотел бы вас спросить, Сергей. Вот 3 июня тоже вы об этом говорили. Совет членов Совета Безопасности состоялся, и там впервые был Белоусов в военной форме. Человек, который отношения к армии, войне не имеет никакого. Как вы считаете, ему сразу же Путин дал какие-то погоны? Или почему человек, который не имеет никакого отношения к войне, появился в военной форме? У Белоусова были такие же погоны, которые были у Тимура Иванова и у Цаликова. То есть, в принципе, это внешне напоминает погон генерала армии. Но на самом деле это не является военной формой, потому что Белоусов просто по своему статусу государственному является государственным советником первого класса, а это эквивалентно генералу армии. Просто этим всем генералам, им непонятен человек гражданский, такой по-настоящему гражданский во главе министра обороны. Во главе Министерства обороны. Вот когда он ходит в костюмчике, то это не очень понятно. Это, кстати, вот было заметно, когда он ездил на заседание министров обороны ОДКБ в Астану. И там, значит, снимались 6 или 7 человек, и вот он, всего 2 человека было в костюмах, в том числе Белоусов. Вот. Это, в общем, немножко, так сказать, выбивает сразу из колеи, потому что военные привыкли, что ими командует человек военный. Человек Белоусов, безусловно, человек не военный, точно так же, как и Шойгу, точно так же, как и Сердюков, точно так же, как и Иванов, хотя Иванов служил в службе внешней разведки, вот, и у него был статус военнослужащего. Но, тем не менее, министр обороны в костюмах непонятны военным. И поэтому их принято одевать в военную форму. И вообще в Российской Федерации довольно много всяких министерств, где есть форма, которая похожа на военную. Сергей, спасибо большое за этот разговор. Спасибо, что нашли время проговорить про эти важные процессы и о том, откуда и для чего форма в Белоусово. Спасибо вам. Спасибо. Нагадаю, с нами был Сергей Жернов, экс-співробітник КГБ та зовнішньої розвідки Російської Федерації.